Как сообщил адыгейским спасателям, руководитель группы по радиосвязи, один из участников похода получил сильные солнечные ожоги. Также у него затруднено дыхание и повышено давление. К слову, приют находится на высоте 1600 метров над уровнем моря. Для экстренной эвакуации пострадавшего был задействован вертолет МЧС. Спасатели эвакуировали 27-летнего жителя Московской области на базу в Сочи и передали его сотрудникам скорой помощи. По предварительному диагнозу у молодого человека развилась сильная аллергическая реакция.